Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я вам расскажу, как набрать 1000 подписчиков. Самый такой сложный первый этап. Для начала давайте, наверное, сейчас вы посмотрите ролик, который я записала. Он прямо сейчас выйдет. Как это сделать, маленькие там какие-то нюансики, чтобы вам было понятно наглядно. Не просто я там что-то вам скажу, а будет именно наглядно. Сейчас его посмотрите, и мы с вами продолжим. Итак, продолжим. Также можно набрать подписчиков ВКонтакте. Здесь вы можете набирать с нуля, потому что таких же, как и вы, очень-очень много. Для этого вам стоит создать свою страницу, то есть другую совсем страницу, с которой вы будете набирать, и не потерять номер телефона, так как вас могут заморозить. Вот, пишите какой-то текст, о чем ваш канал, YouTube канал, там тра-та-та, мои, там у меня влоги, стримы и так далее. Заходите в сообщество, здесь вбиваете PR YouTube, и, пожалуйста, вот они, 2793 групп. То есть их тут много. Прокручивайте, находите там любую совершенно. Смотрите, ну вот смотрите, наберите что-нибудь. Есть группы, которых открыто, то есть вот эта вот строка, а есть, которые закрыты. То есть тут тоже смотрите, есть тут народ, пишет что-то, пишет. И также вы вставляете ссылку своего YouTube канала, пишите что-то там, приглашая на свой канал, ищу взаимных подписок. Тра-та-та, вам отвечают. Вау, там, да, давай, вам пишут. И также вы можете искать, то есть тут очень много людей. Просто переходите по его ссылке, добавляетесь и этому человеку отправляете скрин его YouTube канала. То есть о том, что вы подписались, где написано, что вы подписаны. То есть где сбоку видна эта стрелочка, как сделать скрин. Либо кнопочками, либо есть вот такие вот ножнички. Их вот в поиске. Набираем нож. И... ну вот они вышли, ножницы. Вот они в поиске. Все, у кого Windows 10, набираете, вот они у вас ножнички есть. Создать плюсиком. Открываете, все. И ее потом вот сохранить. То есть все элементарно просто. Вот, ну и здесь свое. И вот так вот вы обходите какое-то определенное количество групп ежедневно. Опубликовываете свое. Вот опять видите тот же самый человечек. Вот. Цель. Сразу вам нужно поставить для себя цель. Допустим, приглашать в сутки. Не знаю, вот я ставила перед собой цель приглашать в сутки 20 человек. То есть, ну и вот считайте, вот пригласили. Раз, два, три, да? А еще не забывайте это смотреть. То есть должно быть подписано взаимная подписка. То есть, может быть, человек не собирается взаимно подписываться, может быть, он просто опубликовывает и все, чтобы там посмотрели, чтобы вам тоже не тратить время на него. То есть вот взаимка. Взаимка, то есть первое слово. И вы у себя тоже пишете взаимные подписки, там приглашают ра-та-та. Вот тоже. Вступите просто там, в личку кидайте. То есть тут, в принципе, не написано взаимное, а многие, к многим подписываешься, кидаешь в личку, что ты подписался, а тебя просто отправляют в черный список. И также смотрите, те 10 человек, которые на вас подписались, потом проверяйте, не отписались они или нет, потому что тут отписываются, очень хорошо отписываются. И потом вам же что-то предъявляют, что вы пропали якобы. То есть вот так. Это у нас с вами будет первый вариант ВКонтакте. И также у нас второй момент, это сайт YouthMonster. Это единственный сайт, на котором легко можно заработать, то есть местную валюту, это коин. Их реально легко заработать, и их реально можно потратить. Вот, также здесь можно вложить, вот здесь вот рубли есть в правом уголочке. Можно вложить денежки,
и тратить денежки, если у вас нет времени, но много денег. Многие блогеры, я не буду их называть, но есть такие блогеры, которые с помощью этого сайта очень хорошо раскрутились, очень хорошо, и зарабатывают уже деньги. Вот, но возможно, что они вкладывали деньги, или у них вот сами зарабатывали вот эти вот коины. Заработать их довольно легко. Единственное, должны быть у вас еще уровень, то есть сейчас, вот тут вот видите ваш уровень, у меня 1.7. Чем чаще вы смотрите, просматриваете видео, ставите лайки, подписывайтесь на 5 каналов. Ну, это не, как бы не обязательно все 3, но можно. Вот. Тем быстрее у вас прибавляется уровень. Вот, пожалуйста, мне там, допустим, до 4 уровня осталось там где-то 7 тысяч посмотреть роликов. То есть это легко, это несложно. Вы включаете ролик, идете заниматься своими делами, и ваш компьютер работает за вас. То есть это все легко. Не обязательно сидеть и смотреть монитор. Здесь также выполнение, просто так же делайте чисто автоматически. То есть это легко. Жалко, что, конечно, эти коины не переводятся в деньги. Также выполнение заданий, вот они, пожалуйста. В YouTube вы можете, ВКонтакте, в Инстаграме. Вот в Инстаграме, например, добавить в друзья стоит 500 коин. Это быстро. 2 раза у вас уже 1000 коин. Ну, потратить их не так быстро тоже можно. Сейчас я вот набираю. Вот, это у нас был с вами второй вариант. Также я ставлю реферальную ссылку. Есть, пожалуйста, вот рефералы. Какая часть у меня тут есть. Оставлю ссылочку, быть может, кому-то это пригодится, вы мне напишите, и я вам помогу разобраться во всем этом. И также у нас с вами третий вариант — взаимные подписки на канале YouTube. Если у вас чуть меньше 300 подписчиков, то вам следует искать своих подписчиков, около 300 подписчиков и меньше. То есть те, у кого больше 600, 800, 1000, они навряд ли на вас подпишутся. В основном это не подписываются почему-то. Не знаю почему. Вот. Соответственно, вам, конечно, проще всего будет зайти, допустим, кому-то на канал YouTube, нажать каналы, да, и вот тут вот просматривать. Вот, да, ай, так, нет, это не то. И просматривать вниз там, допустим, 263 подписчика. То есть она набирает. Заходите к ней, если у нее под роликом написано «Я с вами», «Я подписан», «Я там еще что-то», да? То есть она ищет подписчиков, и вы их набираете. Там также создаете себе цель. Вот здесь, например, 170, да? «Я подписана». Найти, допустим, в сутки приглашать 20-30 подписчиков. Ну, то есть, допустим, 20 из них, из этих 20, к вам придут хотя бы 10 в сутки. Это будет реально классно. Смотрим, здесь вот 46 комментариев у нее. Среди комментариев мы начинаем искать. Я с вами, там, жду вас в гости, вот, например. Вот, подписалась, лайкнула, жду вас в гости. Вот, пожалуйста, вот он канал. То есть мы на него нажимаем. Возвращаемся обратно на тот же самый канал, да, и ищем дальше. Набираем определенное количество, допустим, 20 человек, и потом начинаем их приглашать. Например, вот ищем дальше. Ну, я рассказываю так, как делал это я. Допустим, мне так проще. Я набираю там человек 20, всех посмотрела, у всех ролики, всех пригласила, и все. И сижу, жду там, да, или подписались. Если даже подпишетесь, это будет супер. То есть до 1000 у нас с вами видно, что человек подписался. После 1000 у нас не опубликовывается, мы не знаем о том, что вы подписались. Это вы должны знать. Вот. То есть, ну вот тут остальные люди, да. Здесь мы с вами просматриваем, выбираем ролик. Желательно на самом деле выбирать
первый ролик, который опубликовался недавно, здесь вот один день назад, например, да? То есть это большая вероятность, что этот ролик посмотрит и вас там заметят, и на вас подпишется какой-то еще человек. Вот. Также мы с вами, конечно же, смотрим, как часто опубликовывается этот ролик. То есть он опубликовывается два раза в месяц. Где-то так, а то и даже меньше. А нет, больше. Ну, раз в неделю, раз в одну или в две недели. И также мы сюда заходим, смотрим ролик, ставим лайк, приглашаем. Все. Вот. И идем дальше, будем слушать меня, что я там дальше буду говорить. Так, ну вот, вы просмотрели ролик. Мы с вами там просмотрели все три варианта. То есть мы можем набрать ВКонтакте подписчиков, да, на сайте. Сайт, честно, я бы его проверяла, мне очень-очень нравится. Если вы хотите, вы можете там в конце ролика будет... Не в конце, а в описании ролика будет реферальная ссылка. Вы добавляетесь туда. И также будет, наверное, внизу ссылка ВКонтакте. Вы пишете мне, я добавился, мой ник там такой-то, такой-то. И я вам расскажу, что как, что там дальше. Возможно, я запишу отдельный ролик на это, чтобы вам было более наглядно понятно, что и как делается. Вот, потому что, честно говоря, когда я регистрировалась на этом сайте, девчонка мне дала этот сайт, я зарегистрировалась, а меня просто кинули. Знаешь что, разбирайся сама, как тебе хочется, так и все. Мне просто ничего не отвечали, я разбиралась полностью сама, это было сложно, но я разобралась. Бросать вас, конечно же, я не буду, я в любом случае вам помогу, потому что вам нужна моя помощь, я знаю. Вот, так. И у нас третий вариант, это взаимные подписки. Тут, конечно... немножечко посложнее, но где-то и полегче, если начать этим заниматься, увлекаться. То есть, прежде чем набирать взаимные подписки, у вас должно быть как минимум 20-30 роликов. И они должны будут у вас не выйти ни в один день. То есть, за один день вы, хоп, взяли там какую-то ерунду, там загрузили 30 роликов и набираете. Нет, у вас должен быть там каждый день, вы загружали вот так вот ролик, там, что вы там записываете, влоги. Там влоги или там игры там и так далее. Потому что когда к вам заходит человек, он сначала смотрит, как часто у него ролики выходят. Может, у него выходит там раз в месяц. Вот лично я не буду ждать целый месяц там какого-то ролика. Я просто могу напрочь забыть про этого человека и даже не вспомнить название канала. То есть, ну, не кажется, тем более сейчас вы только-только набираете взаимных подписчиков. То есть у вас нет определенной своей аудитории, которая будет вас смотреть и которая будет ждать. Либо вы должны договориться с подписчиками своими, со своей аудиторией, которая вас смотрит. Как делают, например, известные блогеры, то есть они договариваются, у нас там каждый ролик выходит по пятницам, например. И то есть вы записали ролик и говорите, следующий ролик у нас выйдет в пятницу. Чтобы человек знал, он ждет. Все. Там наступает четверг, например. Вы пишете, завтра выходит новый ролик. Вот, все, чтобы человек ждал. Ну, это уже, конечно, когда у вас очень много, когда у вас там 30 тысяч подписчиков, миллион там и так далее. Тогда да. Ну, можете, в принципе, попробовать и так же. Немножечко записулька. Я всегда иногда буду обращать внимание, чтобы мне просто ничего не забыть вам сказать. Потому что тема эта довольно актуальная, она довольно сложная. Вот, также... Вы можете, например, рассказать о своем канале своим друзьям, знакомым, семье. Возможно, они вас будут смотреть. Но это не в моем случае. Вот моим знакомым друзьям некогда, как бы они, может быть, подписались, не знаю, но им некогда. Если у вас очень много друзей, вы можете сделать, например, вот так вот. А также следующий момент, ролик ваш должен быть качественный. Многие начинающие блогеры, я замечаю, начинают снимать на тот телефон, который у них на данный момент имеется под рукой. И из-за этого ролик мутный, некачественный, там картинка там скачет, там как-то, ну, как бы, когда вы монтируете, вы видите свой ролик, и вы видите, что он некачественный, то есть и новому приходящему человеку не нравится это смотреть, скажем так.
То есть, ну, вы же монтируете, вы же смотрите, что вы собираетесь выкладывать. То есть это... Причем я видела такое, что там прям вообще все размазано в роликах, ничего не видно. Но, тем не менее, человек выложил, ну, как бы, знаете, лишь бы что выложить. Либо что, неважно что, но я выложил. Они вот хотели, вот, чтобы я там раз в неделю выкладывала, вот я там выложил. То есть, ну, как бы вот такой вот вариант. Так не должно быть, честно. Если вы собрались стать блогером, то купите телефон. Если вы на телефон решили снимать, да, почитайте по отзывам, какой там более-менее недорогой телефон, у которого есть хорошая камера, которым в основном пользуются все блогеры там начинающие. Купите и снимайте, пожалуйста, там, на телефон, там, на экшн-камеру, там, на видеокамеру, например. Вот как я снимаю, мне проще снимать на видеокамеру. То есть, в принципе, вот она, обычная самая видеокамера. Конечно, она стоит дороговато, но если вы стали блогером, лучше всего начать снимать на нормальную, качественную камеру. То есть, для меня, допустим, было удобнее на видеокамеру, потому что, пожалуйста, вот ее открыл, ее повернул, и все, я вижу, кто там, что там. То есть, я себя полностью вижу, тут все хорошо. Как бы я могу идти вот так вот по улице, да, там, о! И себя снимать, то есть все супер, я себя вижу, там я не промахиваюсь, по крайней мере, потому что я натыкалась на такие каналы, где люди даже промахиваются, держат экшн-камеру, а в итоге там пол лица снимают, часть лица, там часть макушки, там вот, ну, как-то вот так вот. То есть это тоже, и потом в любом случае эти ролики люди опубликовывают. То есть лишь бы что, неважно что, но лишь бы что. Вот. И, конечно, им люди пишут, что, мол, ну, там не нравится смотреть там часть уха твоего, или там губы твои, там, или что-то там ты промахнулся, или даже снимают на экшн-камеру, например, пейзаж, они идут, и в итоге они промахиваются, получается, что они снимают асфальт. То есть, ну, хочется все время, знаете, вот мне начинаю я все время пытаться прокрутить мышкой, что, может быть, я не полностью открыла ролик. Ну, так вот, то есть, снимайте качественно. Если у вас не получилось что-то заснять, снимайте второй раз, снимайте третий раз, четвертый раз. Таким образом вы учитесь снимать. То есть вот так вот. Так. И последний момент у нас есть на сегодня. Это у нас ошибки. Все делают такую главную ошибку. Это было тоже, у меня была точно такая же ошибка. Пока вы начинающий блогер, то есть вас мало, очень мало кто смотрит. И, возможно, ваши ролики смотрят минутку всего. Две минутки, то есть не нужно в начале ролика ставить приглашение. Там как бывает, там тра-та-та, приглашаю на свой канал, там семейный канал, тра-та-та. Там вот это вот занимает там 3 секунды или минуту целую. А для начинающего блогера, то есть если вас смотрят очень мало, как правило, этот момент прокручивают. Не будет никто смотреть, тратить время целую минуту или 30 секунд или 20 секунд на эту фигню. Вот, то есть это большая ошибка на самом деле. Это приглашение можно ставить, когда у вас уже будет там, когда у вас будет уже на одном ролике просмотров, я не знаю, несколько тысяч, наверное. Ну, хотя бы там, ну да, наверное, все-таки несколько тысяч. Когда уже будет просмотров там 20 тысяч, 30 тысяч, то есть люди к этому привыкли, они смотрят. Это приглашение и добавка, если оно еще какое-нибудь интересное. Не просто так, там скачут какие-то буквы, играет там музыка, и вот ты сидишь вот, вот так вот. И тратишь просто свое время на эту фигню. То есть у меня тоже когда-то было такое приглашение. На некоторых старых роликах оно осталось, но я его убрала. Потому что я знаю, что люди прокручивают смысл. И в итоге мне будет просто не засчитываться эти минуты, часы, которые вы посмотрите. От того, что люди прокручивают. Вот так вот. И, конечно, также расскажу, почему меня не смотрят. На следующий с вами такой моментик. То есть вы создаете канал, да? Опубликовываете ролик, один ролик, второй, третий, четвертый, а у вас 0 просмотров. Потом появляется какой-то 1, 2, 3, так вот, вот просмотров. То есть почему вас не смотрят? Потому что о вас не знают. А вас просто не знают. Нужно о себе заявить, нужно о себе рассказать. То есть вот они как раз взаимные подписки. Там ВКонтакте, на сайте, там, да, и в Ютубе. То есть под каждым роликом в Ютубе, там,
у тех людей, которые тоже ищут взаимных подписчиков, вы пишете, мол, всем привет, я там взаимно подпишусь на вас, там тра-та-та-та-та-та-та. И там пишете, обязательно смотрите ролик до конца и что-то пишете из этого ролика. Там все супер, мне понравилось, как вы сходили в магазин, я вместе с вами там погулял и так далее. То есть вот так вот. Обязательно пишите. И таким образом, то есть и на вас начинают подписываться, вас узнает человек. Человек приходит какой-то новый на тот канал, где вы опубликовали, смотрит, нашел вас, зашел, о, да мне нравится этот канал, там человек делает классные обзоры, мне понравилось, я подпишусь. И как бы вот так, вот так, вот так, как знаете, как сеть. Просто вот так шип, расползается, то есть много людей, потом они к вам приходят. Но на все это надо время. То есть прежде чем создать канал, вы должны подумать, а будете ли вы им заниматься. Несмотря на то, что у вас, допустим, будет 30 роликов, но будет мало просмотров, и они постепенно, если вы будете заниматься каналом, они будут постепенно расти, 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 но это, на это надо время. И у многих уходят годы целые, чтобы просто хотя бы появилось там 250 просмотров, там 300 просмотров на одном ролике. То есть об этом вы должны задуматься обязательно, а не так вот, как бывает там у человека, 300 просмотров на ролике, а ему не хватает, он хочет вот больше, он хочет 5 миллионов просмотров. И поэтому бывает, люди удаляют канал потом свой. То есть бывает даже вот так. Вот. А на сегодня это все. Я думаю, наверное, ролик затянулся уже слишком длинный. А также на моем канале будут еще ролики на эту тему. Если у меня много записулек. Вот. Еще много чего интересного я вам расскажу. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что я забыла сказать. Обязательно внизу напишите, потому что, мне кажется, я что-то забыла все-таки. Также можете написать свои вопросы, я вам на них отвечу. Вот, лайки обязательно ставьте. И всем пока-пока. С вами был канал ArtMania.